Ну. Да, вот там. Значит, он пролетает вон туда, вот он летит так. Мы смотрим вот так вот у нас. Угу. Обзор из нашего. Ой, ёпта. Ну-ка. Дорогие друзья, значит, самолет должен лететь примерно где-то в том районе. Да, он уже скоро, это самое, скоро увидим. Да. Ну, судя по... Маслянина пролетел. Карте. Куда? В Москву из Шанхая, да? В Москву из Шанхая. Да, на высоте 10 километрах. Как модель самолета? Боинг 767-36Е. Вот. То есть, по идее, самолет пролетит, оставит за собой шлейф. И мы должны его сейчас увидеть. Вот. Пролетит он оттуда, в ту сторону, ну, с востока, в Москву. Какой-то самолет взлетает, походу. Откуда? У нас из Новосибирска в Москву. Во. А как он летит? Через нас, нет? Нифига, он взлетел. Так, ребят, судя по радару, самолет из Шанхая в Париж. Попадаешь, что ли? Что фокус? CES-569? Нет, MU-569. Шангай, Париж, а, да. Ёпта. А у меня MU-69. 569. Ну, 569, да. Вот. Он летит. Это аэробус А330 летит из Шанхая в Париж. Он будет пролетать, получается, прямо над нами. Вот. Скорость. А, так. Скорость 839 километров в час на. Скоро он будет на 11 000 летит метров. Летит, да, на высоте. Поэтому он будет пролетать. Смотрите, сейчас. Фигня, да ты вот сюда покажи. Вот он вот. Тут, а вот тут вот мы. Вот. Вот тут мы, да. Он будет пролетать прямо так над. Так это долго. Нажми на него. Так я уже нажал. А, вот сюда нажми. Сюда? Да, пробуй. Вот. Траектория полета. Ну, короче, он прям над нами пролетит. Итак, самолет из Шанхая в Париж уже находится в нашей Новосибирской области. На радаре... Слева от нас он оттуда полетит. Кто? Вот оттуда. Правильно он у тебя пока... Да. Нихера неправильно. Стоп, это ты когда крутишь. Вот, он на радаре... Точка радара, это мы. Он летит, он будет мимо нас пролетать. Вот. Хрень какая-то, не понял. Вот он летит. Скоро уже будет пролетать. Ну, что у него маршрут маленько поменялся или нет. В общем, ждем. Не поменялся. Так, ребят. Нанести на горизонт написано. Держать так. И он покажет самолет. То есть примерно вот. Вон летит самолет. Сань, смотри на телефон на мой. На мой, на стене, в экран моего телефона, Сань. Вот летит самолет. Посмотри, как он летит. Он летит прямо на нас. Вот он. Какого хрена? То есть, с той стороны. Сколько километров до него? Не пишет? Нет. А, пишет. Нет. Вот этот бегунок. Он уже убежал. Примерно. Да ну нахрен, 83 километра. Да. Че, он дуру гонит? Или это радар? А хотя нет, слышно, нормально. Как раз таки тут. Ну, короче, вот, сейчас будем смотреть его. А, так вот смотри, он летит вон там, то есть мне камеру задирать не надо. Он летит. Из окна все равно задирать придется. 76 километров к нам, да. А, он из горизонта летит, он вот так вот подниматься. Все правильно. 73 километра. 72. 71. В общем, сейчас будем ждать из окна, ребят. Летами наблюдаем на радаре. Ёпта, он опять попал. Ну, меньше. Чё?
Да прям настоящие самолеты отслеживаем. Че, на улице пойдем? Пойдем? Да. Минут через 30. 40. Ага. А, давай. Так, скорее открывай, да? Во, смотри. Значит, ребят, по вот этой хрени... О, нормально, уже близко. Горизонтальный. Вот. Вот он летит. Где? Там летит. Вот он, да. 26 километров. Остается. Остается, да. До этого, до момента. То есть... Врезание в нас. А как он будет пролетать? Над нами, нет, не над нами, а вон там, вон. Ты думаешь? Вон там будет летать, да. Мы сейчас посмотрим по карте, короче. Че, мне не веришь, что ли? Да, верю. Вот. Да ёпта. Смотри, еще один летит вон. Где? Да это ты, точка. Нет, там пролетел. Короче, вот. Вон еще один смел. Я тебе говорю, я тебе говорю, летит. Да это этот ёкарный бабай. Короче, вот. Из этого. Из Сочи, который тут. Вот. Сейчас будет пролетать. Скоро над Дзержинским районом полетит. Да. Так, у нас окна в ту сторону, да? Как раз мы его увидим маршрут. Вот так вот получается. Ну ладно, подождем, что. Короче, ребят, мы нашли его. Он летит вон на высоте. Так, из облака сейчас вылетит. Это самолет летит из Китая. Шанхая, из Шанхая в Париж. Вот, максимальный зум. Да. Летит, в общем, он молодцом. Это аэробус А330 у нас. Звука еще нет. Вот. Вот такой молодец. Высота 10 километров. 10 тысяч метров. Все правильно, как раз над нами. 973. Да. Вот он. Звук пошел. Он летит у нас. Так, делать нифига. Все, пролетел. Пролетел? Ну все правильно, да, показывает. Не ниже. Ну звук, да, все, звук есть. Вон он. Это наш аэробус французский. Вот так вот, друзья. Значит, радар работает. Если посмотреть, то он пролетел. Он уже пролетел. Зато он, короче, он много пролетел. И нас. Вот смотри, я сейчас покажу 3D-шку. Он же пролетел, видишь? Я тебе говорю, это он. Да. Все. Если посмотреть по специальному такому радару горизонта, да, то вон он как раз на телефоне, если видно, может. Короче, вон он летит. Там, да, в небе. Это вот он и есть. Шлейф вон. Это вот он и есть. Все, короче. Проги работают. Хорошо работают, да? Всем спасибо, ребят, за просмотр.